Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты о Манчкине. Коротколапых очаровательных манчкинов невозможно не влюбиться. Эти кошки обладают невероятно милой внешностью и очень ласковым характером. Представители породы активны и умны. Они хорошо поддаются дрессировке и отлично уживаются с другими животными. Все перечисленное не единственное, чем эти коротколапые красавцы и красавицы могут удивить. Итак, представляем вам 5 интересных фактов о манчкинах. Короткие лапы манчкинов не результат долгой селекционной работы, а естественная мутация. В 1983 году жительница штата Луизиана Сандра Хачинедо нашла на улице беременную коротколапую кошку. Впоследствии у нее родились такие же, как и она, коротколапые котята. В 1991 году манчкины были впервые представлены на выставке. Чуть позже генетики доказали, что короткие лапы этой породы возникли в результате естественной мутации и выяснили, что такая особенность манчкинов не несет никакого вреда их здоровью. Манчкины названы в честь сказочных персонажей романа Лаймана Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз». Название манчкинов в произведении носил народ живунов, который отличался карликовым ростом и веселым нравом. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Некоторые манчкины страдают комплексом сороки. Они утаскивают красивые мелкие вещи, которые лежат в доме в доступном для них месте, в свой укромный уголок и потом играют с ними. Даже если хозяева находят эти сокровища манчкины и кладут их потом на место, через какое-то время мяукающие снова утаскивают их к себе. Манчкины не любят разговаривать. Представители породы очень редко мяукают. Как правило, это происходит в исключительных случаях. Одна хозяйка манчкина США даже утверждала, что ее кот молчал 5 лет. И первый раз мяукнул только тогда, когда дома появился второй питомец – сиамская кошка. Манчкин – идеальный питомец для тех, кто не может выбрать между кошкой и собакой. Представители породы обладают высоким интеллектом и хорошо поддаются дрессировке. Они любят учить различные команды и трюки. Эти животные отличаются сильной преданностью своему хозяину. Кроме этого, манчкины жизнерадостны и очень игривы. Манчкины – животные уникальны не только из-за своего внешнего вида, но и из-за особенностей характера и из-за истории происхождения. Перечисленные факты это хорошо подтверждают. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был I Like.Pet. До новых видео!